По игре, во-первых. Да, хорошая игра, тяжелое поле. Пытались играть, через пас поменяли чуть-чуть схему. Больше низом. Ну, тяжело, конечно, было на этом поле, но все равно. Первый тайм хорошо забили 3 мяча. Во втором тоже могли забить, даже, мне кажется, еще больше. Ну, когда не сложилось. Ну, и пропустили нелепый гол, там защитник подскользнулся. Так, в принципе, было положительно. Ну, если смотреть, старались через пас, но в итоге 2 гола со второго этажа. По такому полю, наверное, оптимально это было? Все равно доводили до фланга низом, оттуда уже, конечно, надо было простреливать, потому что у нас, можно сказать, все равно 4 человека было, помимо еще 2 нижних как бы нападающих и крайний. Защитник как нападающий должен был подниматься высоко. Из-за этого и стандарт, и угловой сработал, и с подачи забили. Но вторую карточку вашу не все на трибунах поняли, мягко говоря. Да, там не было никакой симуляции, там было чистое пенальти. Отобрал просто, может быть, хитрик, если бы бил пенальти, может быть, третий бы забил. То есть обидно, что сезон раньше времени закончится? 100%. Это точно не симуляция, не вторая карточка.